Ну по трассе едь, где ленты, блин? А рядом. Слушай, что, Андрюха, не сюда. Вон трасса, левее. Блин, это жесть вообще. Ёханый бабай, звезды посчитали уже два раза. Ёп! РСТ, бородач с полностью седой. Уже начали выпадать волосы. Я не хочу сюда. Это тебе не на бобике ездить. Валера с нами тоже прощался три раза уже со всеми. Блин, скажи, понакупают по Джаро Спорт, блин, непонятно нахера, блин, да, Андрюха? Открой окно, то потеют все уже, бородачи. Крис, как тебе 6 минут? Нормально. Вообще, да? Это пока лучшее время было? Да. Так, там такое он чудил, конечно. Все, трассу исполнил? Там по следам. По следам? После того, как Валера пролетел, там... Давай едь уже, хорош курить! Пошел, пошел, пошел. Папиросом. Андрюха, готовься, сейчас за тебя будут цепляться. Бесценные. Пилот просто с какой-то неимоверной, штурман с неимоверной скоростью подтянулся. Юрец с сигаретой, как обычно. Якорь не держится. Якорь едет. Едет якорь очень известный. Короче, ехали, Юрец говорит, за сосисками и решили поучаствовать. За хлебушком, за сардельками. А что гремит? Что гремит сзади? Что-то гремит. Я? Давай, давай. Юр, давай. Нет, давай. Давай. Давай, давай. Заведи. Ого. Подвис. Что-то не хватает лебеды. Так, через блок. Ого. Сидит очень жестко. А не, пошел. Жестко там. Юра, ребята, выходи.
Да, сзади звуки нехорошие. Да, по звукам похоже на пару. Да. Спорт. Зубья посыпали. Да, да, похоже. Не готова к такому машину. На Вранглере в переднем мосту пары нема, на Джеки на заднем. Сварить можно две. Вони взаємозаміняються їх. Да. Пострадали в Джей. В Джей лучше с асфальта не съезжать, да, я понял? Такой внедорожник опасный. Так, знаешь, жалко так смотришь. Он так... Да як сказати, воїнський виїзд. Да? Ну, по лесным дорожкам. Ну, вот с таких не съезжал. Андрей, подъезжайте, кто будет на связи, и поможем запустить другую машину. На подъеме не могут выехать. Хоть подъем. Знаю, я. На мягких сиденьях. Так, сейчас кто там договорился? А что, у тебя жесткие, да? Да. И что, болит спина? 7 килограмм. Болит спина? Нет, спина не болит, а цель. А где ты заказывал в этом, в Мариуполе или? Да, да. Сразу? Да. Еще подушки такие. Да, да, да. По дороге, да. Еще подушки такие заказал. Ну, сейчас летом хорошо, как у шорта ездишь. А сейчас, ну, просто понял. Так, куда-то мы едем. Все запотело. Мы едем по спецучастку Харда на Патриоте. Бородач сейчас полностью седой будет. Так у него хоть три волосины было не седых. Сейчас будет весь седой. Паша, не дыши, камера потеет, блин. Андрюха, что происходит? Андрюха, блин! Да едь по трассе, найдем сейчас. Нет, а навстречу там уже будет, там жестко. Там уже жестко спускается. Сейчас мы спустимся и поднимемся рядом. Так наверх. Так выйдет. Не спеши, не спеши, не спеши. Так, да? Ого. Что здесь? Ну вот это горка. Арпаты, ты видишь, там трюка будет. Это известная горка. Сейчас все седые будем, блин. Ёханы бабай. Ну мы тут на Запорожце заезжали, так что все нормально. Так, а где же... Слышь, а там вниз сейчас будем. Ой, быстро ехать. Там спуск такой. Сейчас Валера будет седой полностью. Стой, не гони, не гони. Не гони, Андрюха, ты что, тише. Да не, на Андрюхе это не спуск. Вы просто не знаете, куда вы попали. Влево бросаем. А, Бородач знает, куда попали мы. Ёханы бабай, в темноте в два раза страшнее, блин. Ну, да. Сундуковский кордон мы здесь когда-то катались. Да, да, сюда катались. Сундуковский. А, да, да. Так они едут. Ну, по трассе едь и найдем их. Едь направо, направо, направо. Направо, сюда? Ну, по трассе едь, где ленты, блин? Наряды. Стой, стой, Андрюха, ты сюда. Вон трасса, левее. Блин, это жесть вообще. Ёханы бабай, звезды посчитали уже два раза. Ёп! РСТ, Бородач с полностью седой. Уже начали выпадать волосы. Я не хочу седой. Это тебе не на бобике ездить. Валера с нами тоже прощался три раза уже со всеми. Ёханы бабай. Блин. Скажи, понакупают по Джера Спорт, блин, непонятно нахера, блин, да, Андрюха? Открой окно, то потеют все уже, Бородач. Да не, я нормально. Я тут ходил просто, я знаю дорогу. Ё-моё. А, видишь, надо было... Сзади страшнее. А, вот тут страшнее сзади? Конечно. Так, мы тут можем повиснуть, можем повиснуть. 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 Там какой-то чувак нас снимает на видео. Видели? С телефоном. Вот они на эту горку, они выехать не могут. Обходи их, Андрей. Давай, нет. Обходи, давай, обходи и погнали на время. Давай их назад. Да, назад. Ты это и все. По трассе ехать сейчас. Да не, уже эвакуация. Какая трасса? Яка трасса? Сейчас, подождите. Давай назад и все. И хай назад с горы спускается. Сейчас.
Да, вот это был заезд. Андрюха, давай. Паш, сними шапку, седина усилилась. На бороде, да, полностью уже, видите, блин, после этого заезда. Это жесть вообще. Пришли поглумиться, да? Да, да, пришли глумиться. Смотри, бородач идет по спецучастку. Руся всегда хочет рассказать, какая машина МПС хорошая. Да. Да я ж сразу знал, я говорю, они там, они поехали, сейчас приедут. Я говорю, приедут, да, скоро. Там Фишер тоже разложил тяги. Да не, ну тут немножко сложно для тяжелых машин, здесь немного тяжеловато. А это ж ты организовал? Да, это я. У ребят. Не, это Дельфин делал трассу с Леней. Я их сюда не отправлял. Да, повисли на раме тут. Полный жестяк. Андрюха стаскивает. Давай. И все. Вот, давай. Да, тут замесили. Замесили нормально, да? Копнули просто. Тут более подготовленные машины проходили тут легко. Клиренса не хватило просто. По трассе машина идет. Где? Вон фары висят. Может быть. Запускай машину. Того, наверное, едет, а ну. Андрюха, вы не пожалуйста. Андрюха не успел смотать лебедку, уже уезжать. Смотри, что он делает. Он поехал домой по прямой. Да я тебе говорю, это страшный. Да, не, он на Карпаты, видишь, азимут прорисовал и поехал. Все, запускайте, трасса свободна.